Друзья, всем привет! Я нахожусь в ресторане «Мичурин». 4,5 года назад мы сделали данную террасу. Хочу вам показать, в каком она сейчас виде. Результат, конечно, очень хороший. С ней все в порядке, ее нужно помыть. Вот зазоры. Зазоры все идеальные. Они уменьшились немножко, но они есть. Все в порядке. На стыке досок, доски не повело. Все отлично. Текстура сохранилась. Просто террасу нужно помыть. Ресторан был долгое время закрыт. Но за 4,5 года он проработал примерно 2 года. И здесь после 2 лет сделали навес. На 2 года терраса была под открытым солнцем. Вот углы. На углах все в порядке. Даже уголки декоративные не отвалились, но потому что они мощные, были закреплены, как мы можем видеть, примерно через 30 сантиметров закреплены саморезы. Это очень хорошо, потому что если крепить реже, то уголок может выгнуть. Вот такой результат мы можем видеть. Результат очень хороший.